Пока на этом месте стоит композиция из флагов, но скоро на смену ей придет малая архитектурная форма, которая будет призвана заявлять всем, кто проезжает по этой развязке, куда именно они направляются. Планируется большая композиция из букв «Просто город Видное». Она будет установлена с двух сторон на кругу, ну, кругом назвать его сложно, вот вытянутая, скажем так, вот эта газонная часть при въезде из Расторгуевской части в сторону города Видное, на улицу Школьную. Вот визуализация этой конструкции. Даже на фотографиях выглядит весьма эффектно. Место для установки, естественно, выбрано не случайно. У нас на въезде со Старокаширского шоссе уже есть стела, старая стела, которая указывает на въезд в наш город, город Видное. И логично будет тоже со стороны Дона, Москва-Дон трассы, тоже поставить стелу, малую архитектурную, современную уже форму, Видное. Это будет замечательно, красиво и, что самое главное, современно. По замыслу авторов, надпись будет довольно большая и заметная. К тому же буквы будут светиться в темноте. Впрочем, и при свете дня на нее будет приятно посмотреть. По дизайн-проекту там предусмотрена клумба перед этими буквами, чтобы было не только это белое пятно, но и какое-то цветочное оформление перед ним. Все предварительные расчеты произведены. В настоящее время уже идет изготовление букв.